Задание номер 7 из тренировочного варианта номер 121 Ларина Александра Александровича. На графике дифференцируемой функции y равная f от x отмечены 7 точек. x1, x2 и так далее, x7. Найдите все отмеченные точки, в которых производная функция f от x равна нулю. В ответе укажите количество этих точек. Функция равна нулю, производная функции равна нулю в точках экстремума. То есть там, где касательная параллельна оси абсцисс, то есть оси ОХ. Таких точек две. Вот она точка, в этой точке касательную, если мы сейчас проведем, она параллельна оси ОХ. Значит, производная в ней равна нулю. И вот эта точка вторая. Вот здесь. Есть еще точки на графике, но они у нас не обозначены здесь. То есть вот в этих точках, если бы здесь точки еще... у нас находились какие-то из этих семи, то мы бы их тоже посчитали. Но здесь точек нет, в точках экстремума вот в этих. Поэтому мы их не считаем. Мы считаем только те, которые есть. В данном случае у нас две таких точки. Это x4 и x7. То есть x4 и x7. Если бы речь шла о других точках, то, предположим, в точках x1 и точке x2, которые имеют абсциссы x1 и x2, в этих точках функция убывает. А это значит, производная в этих точках отрицательна. В точке x3 функция возрастает. Производная положительна. В точке x5 функция убывает. Производная отрицательна. В точке x6 функция возрастает. Производная положительна. Ну и о точках x4 и x7 мы уже сказали. То есть в точках x4 и x7 производная функции равна нулю. Количество этих точек равно 2. Задача решена.